Нет, какой монстр, не пугай мне детей. Да. Мама, Скар, я теперь знаю, о чем я буду работать. Ничем, а кем? Доброе утро, страна. Ты что потеряла? А, Каролин? Рисуночки свои. Давай, покажи. Папе, а ты же вот этот не ты рисовала. Ты рисовала этот. А вот этот не ты рисовала. Нет. Только вот этот ты рисовала. Ой, упала. Давай быстрее бери. Угу. Это ты в садик понесешь? Да. Покажешь, да, учительнице? Папе покажи. Так, давай завтракать. Тебя тоже покормить? Нет? Пошла за Ксюшей. Так, Маргоша у нас уже вышла, нет? Ты здесь уже? Одеваешься? Маргоша одевается. Ксюнчик завтракает. Папа вчера чай попил. Оставил вот после себя. Показала папе? Да? Молодец. Вончик, пойдем, я тебя кушать там. Пойдем, пойдем. Пойдем, Бонюсь. Бонни, Бонни. Бонни, пошли. Привет. Привет. Тебя заплетать? Пошли. То время идет. Скоро уже выходить. Кушать. Давайте сейчас покушайте быстренько. Тебе две косички заплести. Я уже Карлину заплела. Косичку. Давай, кушай. Садись. Тебе не надо заплетать? Нет. Нет. Что она там вот это грызет? Бонни, дай сюда. Дай. Что это такое? А? Пульки от пистолета. Она их все уже прогрызла. Кариночка, садись, кушай. Надо расчесать волосы. Что? Расчесать. Ну да, расчесать. Мама, давай не будем ее гонять, а то она сейчас разыграется. Давайте все, бегом обуваться уже в школу. Бегом! Бегом! Обувайся! Они тебе маленькие. У Каролины куда-то потерялся ее один ботинок от этого Фила. Представляешь? Куда делся, не знаю. Нигде не могу найти. Кариночка, обувайся. Ну. Можно я это? Варежки можно, конечно. Они тебе как раз? Конечно. А? Ну, обувайся давай. Это уже за Ксюшей, да? За Ксюшей. За Ксюшей пришли. Фу, Боня. Это она так проворчала? Ага. За Ксюней пришли. Угу. Все, пока. Давай быстрее попоздай. Пока. Скоро девчонки придут. У меня тут варится супчик. Сейчас будем обедать. Время сколько уже? Время 11:44. В общем, у них заканчиваются уроки в 11:40. Папа уже пошел за Каролиной. Супчик готов. Будем сейчас накрывать на стол. Что-то у меня голос пропадает. Накрывать на стол и обедать. Что ли? Папа пошел уже. А Ксюню? Сейчас кучились. Сейчас кочились. Котик, котик, котик. Челюй. Мама, Скар, что? Может, мне сегодня 1:30, по-моему, идти с подружками гулять. 1:30? Да. Куда гулять? Ксюша вчера пошла вон погулять, пришла. Да, но я нет. А где гулять? Мы встретимся там в Фолк. И, наверное, мы кому-то пойдем делать уроки. Не знаю я. Не знаю. После вчерашнего, то, что Ксюша ушла и пришла, потом, не знаю, через 2 часа было уже темно. Я уже боюсь отпускать куда-либо. Приятного аппетита. Это, что это такое? А, это мячик от пинг-понга. Я думаю, что такое?
Что делали сегодня в школе? Интересного. Домашку задали? Слово то же самое. Ты так хотела домашку, а теперь не хочешь? Да, но не эту. А какую? Рисование, да, там какое-нибудь. А только математику задают? Только математику задают? А тебе что задали? Тебе что? Тоже математика? Максю не нравится математика, да? Потому что она легкая. Недалеко. Но мы пойдем погуляем сами. А Маргоша пойдет с подружками со своими. Мы куда-то туда, вправо-влево. Там же это есть лесок или что там, не знаю, поля какие-то, дорожка там есть. Там погуляем. А как здесь, если собака накакает? Здесь нет пакетиков? Да, есть. Да, есть. Видела? Знаешь? А, ну хорошо. Ну все, давай, пока. До четырех. Хорошо. Пока. Давай, ищи поводок. Бонька, где? Где сняла последний раз? А, в комнате у нее, посмотри. Я вчера ей, по-моему, сняла или по. Нашли дорожку, тропинку. Да. Куда она нас приведет? Ну, надо другой купить. С папой поехать и купить другой. Как хорошо. Поля. Там, наверное, лесок где-то есть. Посмотрим. Здесь тоже поля. А? Шнурок? Завязывай. Он меня всегда развязывает. Ну, посильнее надо затягивать. Нет. Мы решили в лесочек зайти. Ну, такой маленький лесок. Неглубокий. Нет, какой монстр. Не пугай мне детей. Мы с собакой. Собака нас защитит. Надо же посмотреть. Здесь же тоже гуляют люди, правильно? Лабрадор. Ага, лабрадор. Маме. Нам нужен какой-нибудь дог немецкий. Как лошадь. Угу, сейчас посмотрим. Что там есть? Просто лесок. Лесок как лесок. Ой, палочка! Ага, палочка. Мама, а? Нет, мы не потеряемся, не бойся. Здесь же мы по дорожке по прямой идем. Мы же никуда не сворачиваем. Мы идем прямо. Ну, сейчас мы. Значит, обратно пойдем. Здесь других дорог нет, то есть только одна тропинка. Мы вышли из леса. Немножечко прогулялись. Вон там дальше несколько тропинок было, но мы уже не пошли. Можно, покажи. Бонь, ты не устала еще? И я да. Ты да. Нельзя. Трактор едет, да, трактор. Трактор, трактор, трактор. И все за ним едут. Смотри, пробкой. Не надо, надо будет тянуть. Нет, давай мы побежим. Да? Давай, побежали. Воздух свежий такой. Коровками пахнет. Тут коровки пасутся. Тут коровки живут. Коровами пахнет. Деревней пахнет. Я коров. А мы уже дома. Осторожно, об угол не стукнись. Ксюня делает домашку и смотрит непонятно что. Еще и мой телефон. Выключай давай. Нет. Ксюша, так не делается. Ты математику решаешь. Как ты можешь... Как ты вообще можешь решать математику и смотреть параллельно? Нет, нет. Давай решай. Я могу. В прошлый раз ты правильно решила? Я у тебя даже не проверяла. Да. Только в одной страничке три ошибки, в другой две. Вот, внимательно. Я делаю математику. Домашку. Мне еще одна. Еще один пример. Батарейка сейчас сядет. Да. Мама. Мне 84 на 12. Ты мне искали на 4. Ну, это 8. Нет, 8 не может быть. Нет, это уже 8. 14 что было. 7. Ну да. Да.
7. 3 делать. Вот. Это я вчера делала. Что ты себе сделала опять? Чупчик. Почему называется чупчик? Чупчик. Потому что супчик. Мамочка. Да. Мамочка, вот ты знаешь, о чем я буду работать. Ничем, а кем? Кем ты будешь работать? Пожарным? Пожарником? Нет, это сильно опасно. Полицай. МГУ. Пожарник? Полицейским? Нет. А кем? Я спасателем? Да. Спасателем? Да. Кого ты будешь спасать? Море. Море спасать? От чего? Ну, я поеду в Индию. От мусора? Да. От пластика. Поеду в Индию. Угу. И ты очистишь всю Индию от мусора? Да. Ну, давай, тебе чемодан собрать? Да. Я буду полисай. Видела, да, в Австралии сейчас горит? Да. Сейчас везде по всем этим, и на Ютубе, и в ТикТоке, и везде показывают, да. Везде показывают видео, как животных спасают. Привези меня кто-нибудь. Жалко, конечно, жалко. Привези меня. Столько животных погибло. Ау! Из-за этих пожаров. И еще. И еще не потушили, да. И погибают до сих пор. Что? Когда-нибудь. Давайте. Будем спать. Ложиться, потому что уже 9 часов. Давай, body game, body game. Давай, иди, body game. Это мое. Это Лола. Это Банни. Это получается Лола Банни. Она озвучивает. Не знаю, это какая-то актриса, по-моему. Это Лола. А это с мультика Банни. А это почему Лола. Почему Лола и Банни? Не знаю. А потому что... Да. А у тебя Дональд Дак. Ука. Оно тебе как платье, оно тебе большое. Это моя футболка. Моя будет. Нет, это тебе платье. Я тебе Симба дам. Не или надо мне Симбу. Дональд Дак. Она тебе большая, Ксим. Я тоже хочу. Она большая, смотри. Вот. И это я купила S-ку. Это S-ка. Это поменьше. XS нету, это S-ка. Самая маленькая это S-ка. А почему не про вот это? М? Потому что это мое. Я не знаю, почему они разные. Это, знаешь, это тоже. Нет, это... Отдай мою футболку. Мне девочки вообще обнаглели. Они мою одежду забрали. Я тоже вашу ношу. А вы мою носите. Ты нам такие не покупаешь. Потому что нет размеров на вас. Не буду помогать. Сломай дверь еще, сломай, конечно. Сломай, сломай. Вот это твоя комната, в комнату иди. Мама! 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 Пошло. 5 минут. Пять минуточек. Да. Через 5 минут, чтобы вы уже лежали. Мама! И спали. Да, я посмотрю. Завтра 7:30 надо. Все. 7:30? Да, надо там быть. Все, мам, надо. А что, я Карлину, Карлину я сама, что ли, поведу? На 3. Да. Почему? Потому что Карлине не 7:30, а Карлине 8:20. Да. Это вам 7:30. Вот ты такая милая. Ты все сделала? Спит, что ли? Да. Маргарита, укрывайся нормально одеялом, пожалуйста. Что ты как это? Маргарита. Спи. Все, давайте, пока. Давай, давай, давай. Все, ребят, всем спокойной ночи, пока. Всем пока, 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 пока. Все. Пока. Я открыла дверь. И потом это помочь телефону. Тебе на лицо упало? Да. А что ты икаешь? Ты испугалась? Где на лоб? Ничего там нет. Такая... Это Бонни! Бонни, мама!
Какой папа? Папа на работе.